Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Опыт веры». Сегодня очередная тема, посвященная тому, как Господь близок к нам. И я хочу представить вам нашего гостя в студии. Это Григорий Александрович Нестерук. Мы с Григорием на «ты», поэтому мы будем как братья общаться. И я приветствую, Григорий, тебя в нашей студии. И благодарю, что ты согласился прийти на нашу программу «Опыт веры». Благодарю за приглашение. Приветствую наших зрителей. Рад встрече с вами. И благодарю Бога за возможность поделиться житейскими опытами веры. В начале программы мы берем какой-то любимый или один из важных текстов Священного Писания нашего гостя. И я хочу нашим зрителям сказать, что Григорий выбрал текст 2 Коринфянам 12:9, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот выбор этого текста как-то связан с личным опытом? Дело в том, что жизненный путь человека, он, как правило, наполнен больше неудачами и рутинами, и такими, знаете, не совсем яркими событиями. И этим хвалиться как бы нечего нам. Но Господь ведет нас от победы к победе. И вот это вот то, что запоминается, оно приносит вдохновение и ободрение к тому, что, помня прошлое, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. Ну что ж, я соглашусь, потому что, по сути, действительно, вся наша жизнь, она состоит из кратких моментов, которые собираются потом в одну единую картину, и это не всегда победы, не всегда успехи, но это порой и путь как бы накопления опыта, и через наши немощи действительно, человек веры начинает приобретать силу, когда сила Божья начинает проявляться в тех или иных моментах его жизни. Вчера не получалось, помолился, и вдруг Господь дал силу, и вдруг свершилось чудо, и сегодня даже получилось. Даже смотря на библейских героев, мы видим, что Библия описывает их не только в яркие моменты, где они были на коне, где они были в ореоле славы. Авраам, Даниил, Давид – и многие-многие библейские герои, они проходили реальный жизненный путь. И там было все. Но мы их помним как героев веры. Да. И несмотря на их немощи, да. Почему да. Павел и написал, да. Что я не буду хвалиться ничем другим, как только немощами, потому что в моей немощи вот проявляется сила Божья. Вот это и побудило меня взять этот текст, что жизнь, она не всегда в фаворе, но она победоносная. Ну что ж, я хочу, чтобы наши зрители немножко побольше познакомились с тобой. Расскажи о своей семье, о своем прошлом, как ты рос и какие опыты Господь давал в то время. Сегодняшнюю встречу, когда меня пригласили, я решил посвятить памяти о моем отце. Ему в этом году исполнилось 92 года, и на 93-м году он почил в Господе. Мы похоронили его 4 мая. И это было время, когда на похороны не пришли все те, кто хотел бы провести его последний путь. Ну да, это был разгар первой волны пандемии коронавируса. И я сегодня, пользуясь этой возможностью, согласия пастора Сергея, хочу рассказать немножко о его жизненном пути, о его опытах. Мой отец Александр Назарович Нестерук родился 10 февраля 1929 года в Западной Украине, это Ровенская область, Корецкий район, село Коловерть.
Вот у нас есть семейная фотография первая. Я попрошу, чтобы ее сейчас нам показали. Да, вот это мы в юном возрасте. Здесь мама, папа и мы с Володей. Моего брата Владимира многие знают по видеопроповедям. Он служит пастором в Спокене в американской церкви. Да, в штате Вашингтон. Да, в штат Вашингтон, город Спокен. Отец тоже там умер и похоронен. Но жизнь его прошла в Украине, в западном регионе. Это Ровенская область. Такие знаковые места для нас были. Это село Пожарки. Такая центральная была община. Потом село Перевередов, Лишня, Демидовка, Дубно, Ровно. Везде в этих местах отец участвовал в служении как дирижер, как организатор и руководитель духовых оркестров. Он для меня осталось в памяти, что он, приходя с работы, он никогда не ложился отдыхать, но занимался чем-то для церкви. Он переписывал партитуры, писал для всех инструментов оркестра, сделал специальный заказ у переплетчиков, сделали, тогда не было купить нотных таких вот тетрадей, где бы можно было писать для духового оркестра партии, для каждого инструмента. Он это все писал тушью, аккуратно, четко. Не было у нас никаких ротаторов, не было ни ксероксов, ничего. Все это нужно было копировать и для хора точно так же, и зажечь вот этим желанием играть, служить Богу в музыке и участвовать не только в таких каких-то пышных выступлениях где-то на публике. Тогда это было не принято. Это были 60-е, 70-е годы, когда Хрущев, Брежнев, тогда было очень трудно это все. Но похороны, крещения, свадьбы не обходились без участия духовых оркестров. И зима, не зима, мороз, не мороз, везде отец и мама, они нас оставляли на дедушку-бабушку и ехали там, где нужно участвовать в этом служении. Вообще путь моей семьи, вот сейчас, когда я уже взрослый, уже в зрелых летах, я только могу удивиться, насколько они были посвященными людьми и Богу доверяли. Представьте себе, они поехали в Пожарки в это вот 64-й год, мне было 7 лет, у меня был еще брат Витя, ему было 4 года в ту пору. В ту субботу была, это было июль месяц, последняя суббота июля, они поехали на вечерю Господню туда, потому что ближе церкви не было, общины не было ближе. Это 100 километров от нас на запад, в Волынской области, село Пожарки. А мы, как дети, игрались на улице. И тут приехал сосед на автобусе. Мы, дяденька, подвезите нас, подкатайте нас. Дядя, пожалуйста, открыл двери, вывез нас так на другую улицу. И там остановился, открыл двери. Этот малый мой брат выскакивает. Я не успел его за руку схватить. Перед автобусом перебегает. Его автобус, объезжая москвич, сбивает насмерть. О. Я в свои 7 лет, я до сих пор помню этот звук, эту трагедию. И вот там сын Подолина Петра Ивановича поехал уже туда в Пожарки сообщить. Да. И они приезжают, маленький мальчик, 4 года, лежит неживой. И вот эта трагедия ни на момент, ни на йоту не уменьшила доверие моих родителей Богу. Они продолжали служить без всяких упреков, без всяких вопросов. Вот мы поехали на собрание, почему так случилось? Это можно было бы потерять все, что угодно. Я сейчас понимаю это. Тогда в моем детском возрасте, конечно, я этого всего не мог осмыслить. Но через 5 лет родился меньший брат Владимир, который сейчас служит пастором. Этот период... Они были настолько близки друг с другом, они везде вместе, они в служении, везде. Мама была в хоре первый голос, и она везде была опорой для отца. Отец играл в духовом на баритоне. Баритон – это такая партия вариаций. Да, да. И там нужно, чтобы первая партия, первая труба звучала, чтобы знать, как проиграть. Вот это. Мама ему пела вот эту первую трубу. Первую партию. Да. Женским голосом. Да, да, чтобы он мог мелодию, да, чтобы он мог... Вот когда он писал эти ноты до часу ночи, это все, да сколько, никакого слова упрека. Вот это что для... Другой пример такой, 69-й год, уже зима,
Отец решил сделать пристройку к дому, чтобы там можно было большую комнату сделать и там делать собрание. У нас кухня была вот шириной, как от меня до тебя. Да. А остальное место, вот как где-то до конца экрана, был зал, и это был где-то там 27 квадратных метров, это было место для собрания. Так. А здесь кухонька вот... А собрание было у вас в доме? В доме, да. Потом уже стали собираться постоянно у нас. Пройти только в кухне можно было. Вот здесь плитка, здесь столик, и пройти вот так вдвоем, разминуться. Все было так вот рассчитано. И вот это время стройки, еще пола там нет. Маму отвезли в роддом, и деньги нужны на стройку. И вот я прихожу, это была пятница, прихожу я со школы. Отец говорит, иди сюда. Ведет меня в зал. Я смотрю, стоит новый аккордеон, вельтмейстер немецкий. Он стоил тогда 216 рублей. Но его достать надо, это немецкий аккордеон. Это, вы вот представьте себе, деньги на стройку нужны, родит тут жена, тут ребенок появится, нужны деньги. Отец с этим ни с чем не считается, потому что я занимаюсь в музыкальной школе, мне нужен инструмент, он покупает это, и у нас всегда так было. Так. Это... На что, может быть, там где-то урезаны другие какие-то расходы? На поездки по духовным вопросам, на литературу духовную, на инструменты. Всегда на это деньги были. И Бог благословлял. Находилась работа, находились заработки. Не ездил отец ни по шабашкам никуда, не бросал семью никогда. И было время, был мотоцикл, потом появилась машина, да. Потом оно как-то появлялось, понимаете? Вот, ну, наверное, это тоже опыт веры был как раз твоих родителей. И главное, что об этом не стояло задачей. Вот надо что-то делать, чтобы там приходило вот как с листа. Вот так вот благословение, оно обогащает и печали с собою не приносит. Это очень важный текст, надо об этом помнить. Что когда человеку что-то трудно очень, то... Такой был мой тезка, Григорий Сковорода, он говорил, дай Боже так, чтобы трудне, потребне было не трудным, а трудне не потребным. Понятно, правда? Я понимаю, конечно. Да. Это сентенция, она не его авторство, это сентенция где-то из древних философов. Да. Потому стоит нам в нашей жизни, я хочу пожелать всем нашим телезрителям, чтобы мы посвящали Богу главное. А то, что не главное, но бывает главным, Он подарит. Верьте, все будет хорошо. Вспоминаются слова Христа. Не заботьтесь что вам есть? Ни о чем, да. Вот, ибо для каждого дня достаточно своей заботы. Но, говорит, ищите прежде Царство Небесного и правды Его. И это все приложится вам. И, да? Вот... и когда Бог... стоит на первом месте вера, то тогда Господь и наполняет житницы семейные, когда хватает и на аккордеон, и на стройку, и встретить жену из роддома. И вы знаете, в субботу, когда родился Володя, то я бы хотел так задать вопрос вот моему ведущему. Что вы думаете, чему я больше радовался? Аккордеону или новорожденному? Да. А сколько лет было тебе тогда? 12. Ну, наверное, и тому, и другому. Ну, дело в том, что потом мне пришлось быть нянькой для него. Ну, родители, это как положено. Родители на служение туда и туда и туда. А ты, пожалуйста, ему полтора, ему два, он идем скучать за мамою. Вот такой вот пингалет. Идем скучать за мамою. А куда скучать? На угол там улица кончается, и там видно остановку, где троллейбус приходит. И вы вот, выходили, ждали, когда родители с идет, остановки придут. Тянет меня за руку, там мама приедет, вот идем туда скучать за мамой. Да, да, да. Хорошие, хорошие опыты. Я хочу, чтобы сейчас нам показали вторую фотографию. Это Александр Назарович Нестерук, уже в возрасте, это уже закат жизни. И я знаю, что Господь благословил тебя, Григорий, в пении, прославлять Господа. Расскажи немножко об этом и скажи, какую ты песню споешь в нашем эфире. Да, для нас в семье пение, я не помню, когда я начал петь, я не помню. Но в семье мы пели всегда. Вот встреча субботы, утром в субботу, потом вечером после собрания приходят к нам
друзья, мы берем там инструмент, кто что, мандолинку, балалайку. Первый мой инструмент был балалайка. Я играл на балалайке в струнном оркестре. Мама играла на мандолине, отец играл на скрипке. Вот, а я вот играл на балалайке. Потом я освоил аккордеон, потом гитару, потом трубу. Многие инструменты. Как этот жизненный такой путь наполнен был тем, что мы как бы... В музыкальной школе я учился по классу аккордеона и по классу трубы. А остальное все... Это балалайка. Да. Но хочу сказать, что песни для меня важны не просто как вот, ну, что-то такое вот, само где-то там подняться, где-то самому себя где-то показать. Но песня должна быть наполнена смыслом прославления Бога. Или это песня молитва, или это песня хвала, или это песня свидетельства. Вот в таком каком-то вдохновляющем плане, чтобы люди, слушая ее, и я сам, когда ее пою, я часто пою на работе себе, когда я сам, у меня работа такая, что я, бывает, сам работаю, я себе напеваю. Моя мама всегда пела. Мама тоже похоронена в Спокене. Она умерла в 2009 году от рака легких. И она, вот утром рано я просыпаюсь, в школу идти, да, слышу песню на кухне, мама готовит завтрак и поет. И поет. И поет. То есть это говорит о том, что светлый дух у нее был. Да, да. Оптимист, что это был очень человек, светлый ваша дух. Мама. Это очень светлый дух. Она ободряла, отец бывал, так подал какие-то такие разочарования, где-то что-то не... Саша, спокойно, все будет добро, mm-hmm. Бог знает, мы Богу это посвящаем. Mm-hmm. И она была такая... Очень духовная женщина. Она всего один класс образования имела, потому что война началась. Она один год проходила в школу, mm-hmm. а дальше учиться не могла. Но она знала десятки стихотворений на память. Она знала все псалмы хоровые на память. Да. И учила нас точно так же. Я сейчас могу вспомнить и процитировать ее многие стихотворения, которые она нас mm-hmm. учила. Но сейчас я хочу спеть песню, которая называется... «Разве у вас не бывает в жизни подобных минут?» Это о минутах горечи, разочарования и о минутах радости. К вашему вниманию. Дороге так тяжело нам идти, ноют уставшие ноги на каменистом пути. Сердце отравит сомненье, горькие слезы текут. Разве у вас не бывает подобных минут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Крест так тяжелый, так давит, кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит? Как же я дальше пойду? Спросишь, а где же те силы, что сердце победой зажгут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Опустясь на колени, дверь затворив за собой, в трудные эти мгновения к Богу взываешь с мольбой. Сердце забьется так громко, слезы из глаз потекут. Разве у вас не бывает
жизни подобных минут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? И благодатная вера сердце наполнит собой, небо поднимет над миром, путь облегчая земной. Или мелодией дивной в мир неземной увлекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Дорогие мгновения, силу дающие нам, веру, любовь, дерзновение, радость, надежду сердцам. Слышите ангелов хоры, радостно в небе поют. Разве у вас не бывает подобных минут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Да, воистину, слова подходят к жизни каждого человека. Но очень хорошо, что всегда Господь дает возможность увидеть, наверное, тот ответ, который единственно ценен, где искать силы вот в такие минуты, когда, скажем, сердце сдавливает со всех сторон, неизвестность, тревога, страх. И, наверное, вот доверие Господу, вот из твоего рассказа о вере отца и матери, я понял, что, наверное, именно вера в Бога помогла им пережить все то лихое время гонений на верующих человек, людей, когда верующий человек был нонсенсом, и он был гоним. А как вообще адвентистская весть попала в вашу семью? В каком поколении? Да, это интересный вопрос. И есть история, которую я с радостью поделюсь с нашими зрителями. Мой дедушка Назар Иванович, отец моего отца, был в Соединенных Штатах с 1904 по 1910 год. Он трудился в Детройте, трудился в Чикаго, трудился в Нью-Йорке. Есть документальные подтверждения. Володя все это нашел в архивах, все записано, где надо он же приехал, когда приехал, где жил. Зафиксировано. Да, все это есть документально, да. Ваш дедушка, да? Да. У нас есть фотография. Я хочу попросить, чтобы нам ее показали. Вот посередине стоит это Назар Иванович Нестерук. Здесь, в Чикаго, эта фотография сделана в 1906 году. 1906 год. Да. То есть этой фотографии уже, да, 114, да, лет. Это она в натуре есть у Володи оригинальная. Это у меня только копия. И когда он здесь работал, он как-то где-то познакомился с адвентистской вестью. Он не принял ее, чтобы принять, но читал и встречался где-то с адвентистами. Приехал туда с целью забрать жену и вернуться в Соединенные Штаты. Но началась, пока бумаги оформлялись, началась Первая мировая война, и он не смог приехать. Но за заработанные деньги он купил там землю, стал хозяйствовать, стал фермером. Как потом его определили как куркулем, кулаком, это, да, зажиточный хозяин, крестьянин. Раскулачивали, да, потом? Нет, не раскулачивали, он все отдал в колхоз добровольно. Но для меня тоже это опыт, понимаете. Когда он пришел в свое село, он был очень набожным человеком, он пел в церковном хоре православном. И он пришел к священнику: расскажи мне, почему вот здесь написано, дай мне Библию. Почему субботу, вот, как там, да, суббота, но это ты не должен это читать у тебя. Но он нашел, ему не дал священник Библию, но он нашел человека, который служил в царской армии, и которому за службу дали священное писание с печатью царя, что ему разрешается его держать и без всяких препятствий. Как наградная, да, книга. Да, наградная книга, да.
И он нашел этого человека, пошел к нему, взял эту Библию домой, читали и решили, вот мы будем так. В селе нигде никакого миссионера, никакого церкви, баптистская церковь была. Так. Он ходил в эту баптистскую церковь только с тем, чтобы говорить им, что они неправильно учат. Так. Они были все время в конфликте. Там. В конфликте, ну конечно. В православную он перестал ходить, его там как бы отвергли уже. Угу. И вот они жили, там хуторская система была, они жили на хуторах. И бабушка, мамина мама, и его, потому что бабушка овдовела во время войны, а его семья, они как бы, только мой дядя, папин брат, 25-го года, Григорий его звали тоже, его в 44-м году забрали, и под Кенигсбергом он погиб. Погиб. Сразу их там туда даже не переодевая кинули, этих всех новобранцев, и там он погиб. Но вот эта вся семья, они жили по своему укладу, они знали, как субботу, потому что там было много евреев. Так. И они от евреев научились, как субботу. Уже в пятницу от обеда все очистилось, убиралось, заготавливалось корм для скота. Это село, это совершенно другая жизнь. Это надо... У них были фрукты приготовлены. Никто не ходил в субботу не дергать вишни, вишни, яблоко там поднять. Нигде ничего. Это все приготовлено было. Вообще удивительно, как вот люди тогда, ведь не было таких средств информации, не было столько литературы, вот отчитали Слово Божье и вкладывали в это абсолютную веру. Да. И если это сказано в Слове Божьем, то тогда это надо принимать независимо от того, что думают миллионы других людей, какая официальная религия. Вообще поразительно, как Дух Святой тогда укреплял сердца людей. И он, дедушка, был очень... грамотный. Он где-то учился еще в царской гимназии, я не знаю, как там, что, но он знал английский язык. Когда мне было мало лет, еще года 3-4-5, он учил меня считать по-английски. Да. Вот. Живя здесь, он научился немножко английского языка. И он это берег. Он мог сделать скрипку. Он сам сделал скрипку. Эта скрипка играла. То есть таким мастером да, был? Да, да. У него была пасека. Он, и в этом во всем... Когда вот пришли, как говорят у нас, советы в 44-м, потому что в 39-м пришли первые, эти первые были лучше, они пришли и ушли. А в 44-м хуже, они пришли и остались. И вот когда они пришли, они стали создавать колхозы. И когда я был маленьким подростком, мне это как-то не ложилось в голову. Ну, забрали, ну, забрали. Лошадей, повозки, хозяйство, пасеку, все нельзя. Коморы. Забрали все в колхоз. Ему оставили, сколько там, 15 соток вокруг дома, и все. А у него было 25 десятин. Это почти помещичьи угодья. Угодья, да. И человек с этого жил. И вот у меня разбили окно и вытащили инструмент из машины. Ну, на $300 где-то украли инструмент. Это вот сейчас? Да. И для меня это обидно. Конечно. Я переживаю, я спать не могу. Как так? Ну, меня украли. А это, представьте... труд жизни человека. Ему же никто ничего не дал, просто так. И он не потерял веры, он не перестал доверять Богу. Не озлобился. Не озлобился, никаких нареканий. Но это материальное. Но вот опыт, который был с этим маленьким Витей, это когда ребенок, и так вот сложилось, что это произошло в субботу, это надо было тоже принять, не озлобиться, не ожесточиться. И дальше, это для меня был, знаете, пример, когда я пошел, я очень хотел и... Я принял крещение в 73-м году, это было мне 16 лет. И не только я, нас много молодежи принимал, но тогда была серьезная подготовка. Угу. И это было тайно, нас крестили вечером, где-то около полуночи, в 11 вечера, там брат Подолин нас крестил на реке, и потом нас принимали. И когда в армию я шел крещенным, я хотел так, чтобы знать, кто я. Вот я хотел спросить, то есть просто сейчас у нас, скажем, вообще немного... молодежи и младшей молодежи. И порою некоторые родители стесняются вообще спросить сегодня детей своих, которые уже подрастают, уже в возрасте становятся 14, 15, 16 лет. А собираешься ли ты заключить завет с Богом? Хочешь ли ты принять крещение? Вот что бы вы посоветовали таким людям? Как в ваше время было? Кто-то вас подталкивал к этому? Или это, как вообще, это, какое это, отношение было вот к этому? Это все зависит от личных отношений с Богом. Если человек, вырастая, он видит, во-первых, примеров в семье,
посвященной и преданной Богу жизни, не только формально в церкви, там, скажем, в субботу, адвентист седьмого дня. Понимаете, что седьмой это? День. Да, он только говорят. Седьмого дня. Но это адвентист каждого дня. И он знает, что у него будет суббота, и у него в пятницу идет приготовление. И не только это. Суббота – это часть веры, часть, один из пунктов вероучения. Но служение Богу, оно более всеобъемлющее. Оно наполняет, Павел говорит, я ищу не вашего, а вас. И Бог точно так же ищет не вашего, а вас. И когда вы, молодые ребята, друзья мои, девушки, чувствуете Божий призыв, вы не размениваетесь на потом. Не откладывайте, пожалуйста, это. Потому что этот первый стук в ваше сердце, он очень важен. И вам важно ответить «да». Это благословенный момент, когда вы станете с Богом рука об руку и дальше по жизни пойдете с благословением и с постоянным возрастающим успехом. Господь поругаем не бывает. Потому вот это мое пожелание, и когда мы вот так подходили, мы хотели этого, чтобы быть определившимися, кто я иду в армию. И когда я пришел туда, мы ехали в армию, нас 60 человек везли, и трое было верующих из этих 60, команда вот наша, так. В Саратов нас везли. Угу. И один баптист, один пятидесятник и я. Они спрашивают, ну как ты будешь служить? А я говорю, а вы как? Ну мы присяги принимать не будем. А я говорю, ну присяга для меня не важна, но если вы не будете, я не буду. Чтобы не быть соблазном. Хорошо, да. Что будет вам, то и мне. Но я не говорю вам поддерживать меня в вопросе субботы. Я буду отстаивать святость субботы, а вам как Бог на душу положит. И вот нас водят каждого отдельно в каждый кабинет. С особого отдела люди приходят. В обрабатывают. Майора, да, подполковник. Спрашивают, ну вот что, как ты? А у меня уже на деле сразу написано, что там верующий, все. Как ты собираешься служить? Все, посадим здесь, никто, никаких поблажек, все посадим, все. Проходит дня 2-3, этих репрессингов, все. А наш учебный взвод, учебная рота, отдельно так бы казарма от остальных, и туда подходить никому нельзя из этих остальных солдат. Потом меня зовет один, говорит, там тебя спрашивают, кто меня может спрашивать, я 3 дня всего здесь. Я подхожу, стоит парень, солдатик, говорит, ты верующий? Я говорю, да, верующий. И что, сильно прессуют? Я говорю, всего хватает. Пугают? Пугают. Не бойся. Нас здесь служит много, никого не посадили. Я баптист, я из Алматы, Миша Дорофеев, вот так и так рассказывает мне. Говорит, это сначала не... Нужно вот это Божье... Выдержать в начале в самом Вот это проявите. 3 дня прошло, я еще вот так весь дрожу, весь там боюсь его. Но Бог посылает человека, который тебя ободрит там. Да. Ободрит, даст слово подкрепление. Все, уже стоишь на 2 ногах, уже более-менее знаешь, что тебя ждет в перспективе. И да. Меня одного оставляют в этой части, тех разослали по разным частям после учебного этого карантина. Да. И... Замполит части, подполковник, который 24-го года рождения, войну захватил. Он служил еще, воевал еще во Вторую мировую. И вот он замполит части. И первая суббота приходит. Что же я буду делать? Первая суббота. Еще только проснулись. Так, а он ответственный в эту субботу по части. Командира нет, он ответственный. Так, Нестерука в штаб вызывают. Еще не было ни зарядки, ничего. Самое раннее утро. Прихожу, дежурного спрашиваю, кто мне подполковнику иди. А я уже с ним беседовал 3 недели вот этого, или месяц этого карантина, почти день в день. Да. Так, товарищ солдат, что вы сегодня намерены делать? А что? Я говорю, в субботу ничего не делаю. Я только с Богом общаюсь в субботу. Здесь у вас нет, здесь у нас таких правил нету. И смотрит на меня, вот так сидит, смотрит. И курит, курит. Так, у меня вот там есть кинобудка, там 5 телевизоров неисправных. Вы, я понимаю, электромеханик? Да, электромеханик. Вот мне надо, чтобы хотя бы один из них работал, эти телевизоры. Вот вам ключ,
товарищ полковник, я говорю, не могу. Я вам не сказал сегодня их ремонтировать. Понимаете? А вообще отремонтировать? Дает мне ключ, так. Дает мне кинобудку. Угу. И уже никто ко мне в эту субботу вопросов не имеет. Я в распоряжении замполита части. И в кинобудке? Да, отдельная кинобудка. Угу. Вот, я себе там пою, молюсь, что угодно делаю, меня никто не видит. Да. И так все время эти ротные начальства скрежетали зубами. Ну, если бы не Смотрыкин, мы бы тебя в бараний рог. Да. Он был для меня ангел-хранитель. Потом в мою часть попадает Анатолий Данилюк из Привитного, Волынской области. Через 5 лет попадает туда служить. Он родственник Олега Романюка, который сейчас вот здесь на... Обеспечение нашей трансляции. Технической работой занят. Так. И память, наверное, он попадает туда, и потом пишет мне письмо. Как легко служить после тебя? О! Все рассказал, все знают. Я пришел как по наезженной дороге. Да. Все приветствуют, все довольны, всем такому солдату понравился. Когда я уходил уже домой, командир части позвал меня в свой кабинет. Говорит, я этого там сказать не могу, я здесь тебе скажу. Спасибо, сынок, ты хорошо служил. Представляете? Да. Это не мне, это Богу слава. Да. Потому что нужно было быть последовательным в этом пути. И сначала начать и закончить правильно. И тогда... Вот так и проявляется в нашей немощи сила Божья. Когда мы избираем быть верным Господу, а Он последствия берет в свои руки. Но страхов было много. Но было много не... Враг всегда действует через страхи, через беспокойство. И потом, вот когда мы уже пришли домой, когда уже община уже более-менее так организовалась, но это было время, когда я как раз вот подали заявление на... чтобы нам дали место, где собираться. Чтобы молитвенный дом построить. Не построить еще, хотя бы дали нам, разрешили там, где мы собираемся, чтобы официально это было. Зарегистрироваться. Да, да, да. И как раз весна, март месяц, вечеря Господня. И в это время, когда мы подали заявление, там указали все адреса, все. Да. По всем адресам одновременно. До тех пор никто никуда не приезжал, никто нас не беспокоил. Как узнали, что мы есть, что вот такие-то адреса, по всем этим адресам приехали одновременно участковые, там еще какие-то люди, и к нам, а у нас в доме собрание. Как раз закончилась первая часть, субботняя школа. Здесь привезли одного больного брата, лежит у нас, так вот спальня была. А здесь двери, и открываются двери, и там дальше зал, и там уже идет богослужение. Но стучат, мама вышла. Что вам нужно? Проверка паспортного режима. Пожалуйста, домовую книгу. И паспорта, что здесь прописано. А домовые книги – это еще одна история. У нас в домовой книге было прописано до 30 людей в разное время. Так. Приходили из деревень молодежь, прописаться надо где-то учиться, где-то поступать на работу. Да. Все проходило через наш дом. Отец как-то шел в паспортный стол и прописывали, я не знаю. Вот. Это была целая история. Я жалею, что не сделал копию этих страниц. Так. Эти фамилии, эти люди жили у нас, и было всяко. И вот эта домовая книга лежит там, в зале, где идет собрание, где сидят люди, где скамейки стоят, где стулья. Там нужно эти скамейки отодвинуть, открыть где-то шкаф, достать эту домовую. Мама идет туда, и за этими документами эти все люди там сидят. Здесь полно одежды, в кухне обувь стоит, кто-то разулся, кто-то разделся, пальто снял. Они как бы не видят этого всего, что столько здесь всего наложено. Один ходит, а эта дверь, которая была из спальни в зал, она имела такие прозрачные занавески. И этот милиционер вот так ходит, мне видно, потому что я там сижу, где хор, я в хоре. Так. Но я вижу, он там ходит, фуражка его вот так, и он туда заглядывает так в эту дверь. Через дверь. Да-да, что там происходит, потому что там... стеклянные такие окошки вниз. А в зал не заходит. В зал не заходит. Так. И там дверь отдельная с коридора в зал не заходит. И здесь он не заходит. И только что? Ходит, смотрит вот так. Мама вынесла ему эти документы. Посмотрели они все. А что за машины у вас стоят?
а приехали некоторые машинами, во двор поставили. Там три или две машины стояло. Это наш квартирант машину держит там. Да. А еще одна. А это кто-то приехал там к нему в гости. Так. И походили так, походили, все. Эти документы отдали, все хорошо. Как раз во время перерыва. Угу. И вот они ушли, и мы начали вторую часть. Угу. Это свидетельство, которое кто там был. Да. Многие там были и свидетели этому. В других квартирах, где поехали, то рассказывают, кто там, они застали, бывает, закрыто, там кто был все в собрании, а где были старички, обошли все, сарай, кладовку, наверх, чердак, все комнаты обсмотрели. У нас вот они зашли в спальню, там этот лежит, это болеет наш родственник, он здесь отдыхает. Да. И вот так уехали. Божья охрана, Божье, прямо видимое ангельское вот такое ограждение было, что вот до этого доходит, он дальше ему... До сюда дойдешь и не перейдешь. Да, не перейдешь. Да, вот это действительно опыт веры. Ну что ж, я хотел, Григорий, спросить еще вот о чем. Вот вернуться немножко к вашей семье. В общем-то, твоя семья музыкальная. Да. Да? И аккордеон, и труба. И балалайка, и гитара. Вот у нас даже есть фотография сейчас, я хочу показали, чтобы нам ее. Это вот какое время? Вот здесь Володя уже, наверное, в третьем классе. Он играет на фортепиано. Да, это у нас физгармония. Это физгармония тоже история. Это когда надо ногами подкачивать воздух. Да. Эту физгармонию тогда пианино было как бы недоступно, не знаю, но отец привез ее из Бреста разваленной. Короче, я не знаю, за какие деньги он ее там купил. И восстановлена она была, да? Это было просто рухлядь. Он ее восстановил, он все сделал. Что так. Нужно было склеить, склеил. Что не хватало, какие там скобочки, тяги, все это. Целую зиму он над ней сидел там. И она заиграла. Вот, она играет, все. Вот здесь мама на мандолине, я уже вот на гитаре, отец на скрипке. Это не та самая, которую он сам сделал? Не-не-не, это дедушка делал скрипки. Это уже покупная скрипка, да. Так. Здесь я уже, наверное, был после армии, да. Потому что, когда я был в армии, Володе было 7 лет. Да. А вот следующая фотография со свадьбы. Это где было и когда? О, это интересная фотография. Вот здесь брат Подолин стоит, Петр Иванович. А свадьба это Андрей Смык и Ирина Кочмар, Богдана Кочмара сестра. Вот она сейчас живет в Сакраменто, она вдова, потому что Андрей строили молитвенный дом во Львове, уже это лет, несколько лет после свадьбы было. Он был очень активный брат, такой ревностный. И это Богдан. Это я про Андрея рассказываю, про мужа Иры. Да. Для нас Львов это была такая, знаете, ну, центр. Центр нашего братства, нашего объединения. Там служил тогда брат Жукалюк пастором. И они строили молитвенный дом. И вот в процессе этого строительства как-то так произошло, что молния поразила этого брата Андрея прямо там на стройке. Такое случилось. Но это вот на их свадьбе мы поем. Да, вот я стою, мне лет 10 было в эту пору. И мама. Мы с мамой пели песню «Есть в небе град, где мой Христос перед Отцом за грешников ходатай». Я бы, если бы нашел слова, я бы смог спеть ее, но сейчас всех слов не вспомню. А вот здесь Володя Дымань, вот эта вот фотография тоже. Да. А я хочу, Григорий, спросить тебя, какой у тебя был опыт работы с церковными публикациями? О, да, было дело. Потому что мне сказали... Говорят, что обязательно спроси Григория Нестерука, как он издавал адвентистскую газету. Вот я это было, пообещал да, задать это было, этот вопрос и выполняю обещание. В 2001 году, по стечению обстоятельств каких-то, ну, Бог так укладывает, знаете, меня определили ответственным за информацию в церкви нашей, в Ровно. Там были к этому какие-то предпосылки. И вот собирают нас всех руководителей этого служения в Киев, в Унион. И Крупский тогда был руководителем Униона. Владимир Аркадьевич. Да, Владимир Аркадьевич Крупский. Перед нами выступая, задает вопрос. Говорит, доколе вы будете сидеть и спать?
На газетных развалах, на этих всех прилавках что угодно продается. Гороскопы, гадания, какие-то рецепты, какая-то желтая пресса всякая полно, анекдоты, всячины. Духовного же там нет ничего. Ну хотя бы не там, хотя бы для местного, для церкви, что-то, кто будет что-то делать? Хотя бы, ну, у нас тогда издавался «Вестник миру» в масштабах конференции, и все. И я вот, меня это как-то зацепило, коснулось, и я там, молясь, Богу сказал, что через 2 месяца я выпущу газету. Проходит месяц, ну, я так молюсь, не молюсь, там месяц прошел. И нужно что-то делать, чтобы была газета. Второй месяц подходит, о, надо что-то делать. Ну, газета с чего начинается? Прежде всего, надо ее оформить, надо сделать ее макет. Вот, я уже так немножко, тогда не было Ютуба, чтобы там посмотреть, как делать газету, да. И все тебе расскажут. Вот у меня понятие есть, что надо собрать материал, надо его как-то уложить, какие-то шрифты, какие-то там заголовки, как-то страницу оформлять. Нужен макет. Иду я к знакомым там ребятам, которые что-то делают там в плане печатного дизайна для других газет. Прихожу, да, есть у нас художник, вот, пожалуйста, мы тебя познакомим, да, общайся с художником. Он говорит, хорошо, макет на 16 страниц газета будет стоить $400. О, 400 это же долларов, огромные, да, деньги. Ну, в ту пору, да. Тем это более будет, в ту пору. Двухмесячная, может быть, зарплата такая, ну, да, может быть, еще и больше. Это я почти говорю, 20 лет назад. Спасибо, спасибо, говорю. Я, как только появится у меня $400, я к вам приду. Но газету надо делать. Что делать? Я звоню Володе. Володя в ту пору служил в Луцке. Он там кого-то знает, какого-то компьютерщика. Тот компьютерщик знает какого-то дизайнера там. Я приезжаю в один день после работы, вечером пошли, познакомились. Прихожу я к этому, уже приводят меня к этому дизайнеру. Сидит парень такой, у него печатная типографская фирма у него. Он весь такой, здесь золотая цепь у него здесь. Ему 28 лет, у него BMW новая стоит под окном. Mm-hmm. Ну, что тебе надо? Что ты хочешь? Ну, я говорю, вот мне газету надо делать, надо сделать заголовок, название, оформить вот это все. Ну, я понял. Ну, что я могу тебе сказать? Ну, приезжай завтра к 8 утра, я, может быть, что-то найду тебе кого-то. Сейчас уже все разошлись, все. Так. Еду я обратно, это ровно 65 километров, возвращаюсь я домой, приезжаю утром рано опять к 8 туда же. Угу. Прихожу к нему, он мне дает диск, вот тебе макет. Я смотрю на нее, как макет? Но уже ну, готовый. Да, я говорю, вот тебе макет готовый, открыл на компьютере, все показал, вот тебе страница, вот шрифты, тебе шапка. Шрифты, заголовки, все там, все, размещение все. Колонок. Говорю, сколько я за это должен? Что сколько ты должен? Сколько ты можешь оценить мою бессонную ночь? Так. Ну? Ну сколько я могу? Человек ночь не спал, сделал и это и сделал все. Это да. Все. Так. Говорит, нет таких денег. У тебя нет таких денег, чтобы ты заплатил. Понимаешь? То есть это... Гратис, бесплатно. Бог просто... Находит человека. Первое впечатление у меня было, вау. Ну какой-то, знаешь, вот такой вот, он даже со мной разговаривать не хочет. Такой, знаешь... Как мажор такой, да? Так, да, сидит такой. Угу. Ему ничего в жизни... Он печатает здесь упаковку на Польшу, у него там угу. вот такие деньги каждый месяц приходят. И он вот так, понимаешь, я его не просил особо, не упрашивал там. Он сказал, утром приедешь, я да, кого-то найду да, там, да. Я ехал с тем, что он сейчас мне кого-то найдет там, да. Когда я вот это вот получил, это Божий знак, это вот надо делать, понимаешь, да? И тогда нашлось бумагу, как порезали. Порезали, бумага не такая, она не годится даже для пустографки, да. Кто понимает, что это такое. А была в запасе да, бумага, да? Да, бумага, для... полтонны бумаги было. Угу. Находится человек, который меняет мне эту бумагу на пригодную бумагу, вес на вес, без так. доплаты. Печатает по льготной цене, все, дизайн доводит до ума, фотографии редактируют, показывают мне, как это делать. Потом я это все научился. И вот так Бог ведет. Но надо делать вот этот первый шаг над пустотой. Не знаешь, на что ты встанешь там. Да. А Господь вот. Говорит, да. иди, да, да, там да. есть дорога. Да, все будет нормально. Вот это путь веры, это опыт веры. Вы знаете, я не знаю, ценно это было, не ценно это было. Люди благодарили вот, за ту работу, которая велась с этой газетой. Да.
7 лет она выходила. Как называлась? «Голос надеи». «Голос надеи». Да, я созвонился с Иваном Черничко. На украинской мове? Да, да. Спросил его, говорю, вы не против, чтобы мы называли, как ваша передача, ну, да. радиостанция? А Иван Черничко, он вел как раз радиопрограммы «Голос надеи». Он был надеи. Директором отдела информации в «Унионе». В «Унионе», в Киеве. Да, да. Ну, это в сотрудничестве. Я один там многого не сделал бы. Мне помогали служители конференции, мне помогали пасторы, многие писали статьи, проповеди их я конспектировал или на диктофон потом обращал их размещал. В текст. Да. И это давали очень много. Работал детский отдел, была детская страница там, и публиковали такие хорошие вещи, что осталось в архиве, многие благодарят и на сегодняшний день. Да. Ну да. Ну, что слава ж. Богу, это Божий план и Божие дело в моей жизни. Я просто прикоснулся к этому чуть-чуть. Ну что ж, это действительно вот настоящий опыт веры. Как из ничего Господь благословляет сделать многое для того, чтобы нести весть. Сейчас я хочу попросить, Григорий, чтобы ты еще раз спел для наших зрителей и прославил Господа. С радостью. Когда ты рядом, Господь дорогой, мне на душе и легко, и спокойно. О, как мне дорог святой образ твой, твоей любви я, Господь, недостоин. Я, Господь, недостоин. Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Ты мне прекрасное небо открыл. Если хоть что-то на свете борьбы бесполезной и слез в жизни моей по одной лишь причине, если пред взором не ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне, как заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви твоей, Боже. Ты мне прекрасное небо открыл. Если хоть что-то на свете ты мне подарил. Боже, прошу, ты меня не оставь. Сердце наполни своей благодатью, что в моей жизни не так, ты исправ. Буду тебя день и ночь прославлять я, день и ночь.
прославлянья. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях в нашей студии гость Нестерук Григорий Александрович. И часть программы мы сегодня намеренно посвятили памяти удивительного христианина, человека, который ушел из жизни в этом году. Это отец Григория Александр Назарович. И поскольку не было из-за ковида возможности, наверное, организовать все так, как это было возможно в прошлые годы, я хочу поблагодарить Господа, что мы сегодня имели с тобой эту программу. И слава добрая Богу. Память о твоем отце навсегда будет в сердцах тех, кто его знал. И пусть это время как раз и будет временем утешения для нас, когда Господь вернет нам при своем скором втором пришествии все то, что сейчас этот греховный суровый мир от нас отнимает. Ну и, конечно, то, что вот эта вот передача веры из поколения в поколение, это как раз и является тем фундаментом, которым живет церковь. Потому что та вера, те опыты веры, о которых мы вспоминаем и в нашей программе, они как раз побуждают людей задумываться о своей жизни и о том, что Бог рядом, и о том, что Он есть и ищущим Его воздает. И в завершении нашей программы я хочу спросить тебя, Григорий, что бы ты пожелал нашим зрителям? Друзья мои, каждый из нас идет по жизни так, как его ведет Господня рука. Не вырывайте свои руки из руки Господа, потому что в его руках утешение, ободрение и надежда. И те из вас, кто помнят моего отца Александра Назаровича, кто проживает в наших местностях в Украине, где он трудился, где оставил свой след как служитель, пожалуйста, вознесите свои молитвы благодарности за тот труд, который он, Господь позволил ему свершить ради спасения многих людей. И благодарю вас за хорошую память, за отзывы, которые вы присылали нам в те тяжелые дни переживания, когда мы прощались с нашим отцом. И сейчас пусть Господь ведет нас через это непростое время, когда многие из наших братьев, сестер, переживают тоже трудности и горе утраты, горе расставания с близкими из причины болезней, которые вызваны вирусом или не вирусом, по другим причинам. Но это удел каждого живущего. Положено всем живущим однажды умереть, а потом суд. И вот вопрос суда пусть нас не страшит, но ободряет, потому что это суд в оправдание тем, кто верил, кто прошел путем веры и удостоился вечного спасения. Пусть Господь будет для всех нас опорой и поддержкой в этом пути. Что ж, благодарю, Григорий. И мы завершаем сегодня нашу программу. И хотим пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы вы были ближе к Богу. Мы надеемся, что и наша программа немножко помогла вам в этом чуть-чуть еще стать ближе к Господу, слушая те опыты, с которыми делился с вами наш сегодняшний гость. Пусть Господь благословит вас в это непростое время. Будьте благословенны
и не болейте, берегите себя. И пусть охрана Божья пребывает с вами, с вашими семьями, близкими и родными. До новых встреч!